Город Одинцово принимает финальную часть чемпионата России по волейболу среди женских команд. Нельзя сказать, что в волейбольном центре аншлаг, но зрителей достаточно. Они создали по-настоящему финальную атмосферу поединку двух динамовских команд. Пока болельщики перекрикивали друг друга, на площадке царствовала Екатерина Гамова. Она вела за собой казанских волейболисток, остановить которых в этом сезоне в мире, Европе и России никто не может. Найти ключи к этой команде не удалось и москвичкам. Подопечные Леонида Зайка начали встречу бодро и даже смогли повести 4-1. Но казанские волейболистки стремительным рывком догнали и обогнали московскую команду 9-14. Дальше на площадке были только волейболистки из Татарстана. Первый сет они завершили со счетом 17-25. Во втором с самого старта ушли в отрыв и к первому техническому вели 2-8, ко второму уже 9-16. Такой отрыв отыграть у казанского «Динамо» в этом сезоне никому не под силу. Московская «Динамо» попыталась и даже почти достигла соперника 21-25. В третьем сете все точки над «и» поставила Екатерина Гамова. Три эйса, отличная игра в атаке и защите. В результате ко второму техническому вопросу о победителе уже не было 9-16. Партия завершилась со счетом 18-25. Казанская «Динамо» четвертый раз подряд стала чемпионом России. Свои эмоции после золотого триплета девушки уже не скрывали. Болельщики большие молодцы, мы очень рады, что они так нас поддерживали. Спасибо клубу, что смогли все-таки привести на болельщиков сюда, к нам, в Москву. Вот, а эмоции, конечно, самые положительные. Очень приятно выигрывать, что скрывать, тем более третий раз. Сил вообще не оставалось, если бы не наши доктора, которые нас поддерживали, нам помогали. Я думаю, чтобы многого не получилось. Рустам Агишев, Константин Королев, телекомпания «Одинцово».